Напротив Санкт-Петербургского университета гражданской авиации в четверг днем водитель грузовой «Тойоты» повредил сразу 4 автомобиля. Все участники этого столкновения двигались со стороны аэропорта. Первые три водителя, сбросив скорость перед светофором, медленно катились до полной остановки. Шофер микрогрузовика, мужчина 1983 года рождения, набравший скорость на прямом и беспроблемном перегоне, вдруг обнаружил, что дальше ехать некуда. Куда он смотрел до этого – загадка. Автомобиль почти на полном ходу протаранил Mitsubishi ASX. Ну, притормаживали уже, наверное, да. Я, честно, ну, не помню уже, стояли мы или не стояли. Или притормаживали, ну, на светофор. То есть, ну, останавливали движение. Все, и бах. Все как бы, ну, вот так. Подушки сработали? Нет. Я в него, получается, он дальше. Вот мы втроем. Ну, конечно, для меня это вообще шок. Что делать дальше? Без машины, как двигаться? Передавая разрушительный привет сзади, Mitsubishi налетел настоящий, следующим в очереди пикап. В Дацуне ехала пара пенсионного возраста, пострадала супруга водителя. О силе этого удара можно судить потому, что сиденье, на котором находилась женщина, теперь ходит ходуном. Она отправилась домой, но, вероятнее всего, будет обращаться за медицинской помощью. О, видите, стукнуло, сейчас кресло оторвало. Кресло шатается, аж ничего себе, удар был. Ну, удар там, давите машину-то. Я-то уже там чуть-чуть. А вы водителя видели? Видел. А он что-то на вид какой-то или обкуренный, или пьяный, мне так кажется. Меньше всех досталось Тойоте Нади. Пикап поглотил часть переданной энергии. Виновник ДТП повредил ногу и был доставлен в травмпункт. Оттуда в сопровождении автоинспекторов нарушитель отправился в отделение полиции для установления личности. Документов при себе у мужчины не было. Вскоре у своей машины появился владелец грузовика. Он объяснил, что автомобиль находился в аренде. Сотрудники ДПС выяснили, что устроивший крушение человек был совершенно трезв, а вот водительских прав он никогда не получал. С места происшествия Юлия Рябцева, Анна Карпова и Александр Савчук.